үтеокіннен күнді күрәтшілер әге сақатылын таптығынден түрәбіт түрі тілбітін сәңәрін өретен бағалақтырған Аллах беріні көрігіт. Бүгінгі беріні үтім минутатшы Нюргуяна. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нюргуяна. Дегнях истинг доғары болар олы сустук. Бир көрюлэх, бир сәңәрер, бир толкуйдах джанкорсалары ақсаннах. Ол күрдөк дегнях доғардығу, истинг доғардығу, бәйе-бәйеға обаста ғыттан, онна өйді ғыттан тақсыр. Крепкую дружбу отличает взаимопонимание, интерес друг к другу и истинное удовольствие от общения. Ким доғардағ ол жаллах денес қағаны барын бары білевет. Ол күрдөк бүгінгі бейге беревет теметі, ким доғардағ ол жаллах ден болар. Итак, наша сегодняшняя тема передачи «Кто имеет друзей, тот счастлив». Казбери Витаксон, Сахатлуньорете, Биеха, Дана, Уанна Миша Креллер, Кенеллер, Уанбехис Мемардега Сколова, Сеттис Класска Юрнеллер. И как всегда с нами будут учить якутский язык Дана и Миша. Они учатся в 7 классе в 15 школе. Еще раз напоминаю, дорогие телезрители, Дана и Миша учат якутский язык по собственному желанию. Ребята, на той передаче мы с вами о чем говорили? На прошлой передаче мы разговаривали о послелоге. О дательном падеже и будущем времени в якутском языке. Угу. Правильно! Сегодня мы повторим послелоги, а именно послелог «кытта». А сейчас мы будем учить новые слова. Я буду повторять слова, а вы будете за мной повторять. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Угу. Догор. Догор. Друг. Табарыс. Табарыс. Товарищ. Дюге. Дюге. На русский язык переводится подруга. Бирге. Бирге. Вместе. Истин. Истин. Искренний. Учугей. Учугей. Лучший. Чугас. Чугас. Близкий. Кюндю. Кюндю. Дорогой. Сюрехтек. Сюрехте. Прилежный. Корсун. Корсун. Смелый. Кодуот. Кодуот. Храбрый. Эйдех. Эйдех. На русский язык переводится как умный. Эрю. Эрю. Всегда, постоянно. Уларыс. Уларыс. Одалживать. Кэрюс. Кэрюс. Встречаться. Сырыт. Сырыт. Посещать. И харыста. Харыста. Дорожить. Салғы бұтыллары өсі чүгәдік өйдір нағыттан мен тылжытым ден рубриканы көрегім. Тетері петін ұрғычқа бұтын ұлабыт, онна сұрынан барабыт. Чтобы запомнить выученные слова, мы посмотрим рубрику «Мой словарик». Догор – друг. Табарыс – товарищ. Джуэге – подруга. Бирге – вместе. Истин – искренний. Учугей – лучший. Чугас – близкий. Кюндю – дорогой. Сюрехтех – прилежный. Корсун – смелый. Кодуот – храбрый. Эйдек – умный. Эрю – всегда, постоянно. Уларыс – одалживать. Кюрюс – встречаться. Сырыт – посещать. Карыста – дорожить. Ребята, а сейчас, используя эти слова, составьте предложение на якутском языке. Дана? Катя улус эйдех. Катя очень умная. Ага, Миша? Мин догром ата айтал. Моего друга зовут Айтал. Ага, правильно, очень быстро справились с этим заданием. Салғы бүйөре питтылар бұд, онна күтті ден жәуел әтеге қайдақ тұтылаларын тәттік көпсетейлер дейлер рубрикаға көрегім.
Си, чугас доор хайдах булухтагай. Чугас доор ден өрү өйдүр, өйүр кенедерлер. Олата мен чугас доорум сайына. Кене беге кенелен өрү бирге салжабыт. Кене өчүгөй өйдөх истемайгылах. Сайынын кытта кандай мисүү кити? Мен кене кытта бирге өйрөнөмүн. Отан чугас доордохун до. Каз бирде кие чугас доордох булукта. Ол курдук, мен чугас доорум аты Мичие. Антон, хеги хан билсевик кити. Беги Мишелин крадах питен доорду хавыт. Он на бэйбэ аутер ырахан түгэнгэ камалы хавыз. Сайына ме меха ырахан түгэнгэ твэстахна камалы хавча. Мина ме кэдне ырахан түгэнгэ твэстахна брагэм сога. Оннук, чугас доору саналык тахпут, карастык тахпут, онна уластык тахпут. Ити курдук биги теттик кепсетилер деген рубриканы көрөнөстүбүт. Ребята, какой ваш близкий друг? Моя подруга очень красивая, очень хорошая, она очень много смеется. Мой друг очень умный и всегда мне помогает. Билигин биеха эрүү били берер биги эреллер тогор бутун кытта Сандараны кытта көрсөгөн. Көрөгөн Сандара колбукатар рубриканы. Добрый день, дорогие телезрители! Меня зовут Сандара. Сегодня мы узнаем, как переводится послелог «кытта», а также новые слова, которые учила Нюргуяна. Слова, которые мы сегодня учили, имеют точный перевод с якутского на русский. Эджи, чугаздор хайдах болохтагай. Сестра, каким должен быть близкий друг? Чугаздор ден эрю эйдюр эйюркихине эдэллер. Близким другом называют человека, который всегда поддерживает и понимает. Отчего мин чугас догорум сайына? Биги кенелин эрю бирге салжабыт. Кене олы сүрэхтэх, өйдөх, истиң майгылах. Значит, мой близкий друг сайына. Мы с ней всегда вместе. Она очень прилежная, умная и искренняя. Сайына на кытраха на бельсвиккитей? Где вы познакомились с сайыной? Мен кенене кытта бирге өйрөнөбүн. Антенен чугас догорда окундуа. Мы с ней вместе учимся. А у тебя есть близкий друг? Каз бирде кие чугас догорда ок болар. Ол курдук мен эме чугас догорда окпун. Кене ата Мичие. У каждого человека есть близкий друг. Моего близкого друга зовут Мичие. Оннук чугас догору сыналых тахпыт, харыстых тахпыт, уанна убастых тахпыт. Поэтому близкого друга надо ценить, дорожить и уважать. Итак, мы сегодня узнали, как переводится послелог «кытта», а также новые слова. Вам было интересно? Впереди вас ждут новые знания якутского языка. До скорой встречи! Сандара, биеха келен билеген үлестивикер мақтынабыд. Индикетин дағаны биеха келен бәен билеген кытта үлесті тұронден әрәнәбет. А теперь мы устроим мини-викторину. Отвечать надо очень быстро. Я скажу выученные слова на якутском языке, а вы будете говорить на русском и быстро его перевести. Хорошо. Декорации. Киргети. А молодцы, киргети. Ши. Так, Дани. Дане я даю вот такую вот жетончик. Так, ширма. Быс. Быс. Молодец, Миша. Жетончик. Лестница. Кирилес. Кирилес. Молодец, Дана. Ярус. Джарус. Молодцы. Так, Миша, жетончик. Постановка. Турору. Турору, Даня тоже. Уже третья. Цветы. Сибеки. Сибеки. Миша. Так. Люблю. Таптыбын. Таптыбын, Дана. Мама, мать. Ага. Нет. Ие. Ие, правильно. Папа, отец. Ага. Ага, ага. Молодец, Миша. Так, ну и там все. Ребенок.
Ого, ого, молодец, Дана. Так, снег. Хар. Хар, молодец. Так, место. Место. Место, молодец. Ага. Умный. Ойдох. Эйдех. Дорожить. Хариста. Хариста. Угу, молодец. Так. Девушка. Кыз. Кыз. Правильно. Парень. Парень. Уол. Уол. Молодец, Дана. Угу. Итак, подведем итог нашей викторины. У кого сколько жетонов? Бир, ики, үш, дёрт, бес, алта, сэте, агыз, тагуз. Тагуз. Миша, сколько жетонов? Бир, ики, үш, дёрт, бес, алта, сэте. Семь жетонов. Это жетонна, Миша. Олкурдук бигеге викторина бүткайлага даана болла. Манан бүгүнгү урок бүттүмүктөнөр, көрсөккө дере болор. Көрсө хадир. Манан бүгүнгү берибит түмүктөнөр, бүгүн биги ким доордок ол жолдог ден кемени кепсетти бит. Аны теңе өрөппит тыллар бытын, онна жөхөл этиге кайдак туттулларын, аны теңе тылбагын билли бит. Итак, наша передача подходит к концу. Сегодня мы поговорили на тему «Кто имеет друзей, тот счастлив» и повторили новые слова и послелог. Сахатлын таптан, үйретін, сәрген, кіні барға байын, сөйгейін сүметін, қарыстан, анығыз кібереге, көрсе қадері.